Резкая смена погоды привела сегодня утром к всплеску ДТП. В Барнауле произошло 8 аварий, 2 человека пострадали. На основных магистралях образовалась 9-бальная пробка. По данным ГИБДД города, в 7:25 на улице 80-й гвардейской дивизии 26-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter сбил 46-летнюю женщину, которая, скорее всего, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы, доставлена в больницу. В связи с плохими погодными условиями водители и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют туманы и дожди. По данным Алтайского гидрометцентра, 3 октября в крае погода существенно не изменится, а в некоторых районах к осадкам добавится еще и порывистый ветер. Потепление обещают в четверг. Утренний туман сохранится, но затяжные дожди прекратятся. Температура днем повысится до +14. Полный прогноз погоды вы узнаете в конце выпуска новостей.